Всем привет! Сегодня такая небольшая посылочка. И это, как вы уже догадались из названия, кабеля. Сейчас посмотрим, какие они. Три штуки заказывал. Вот честно не помню, по-моему, 50 сантиметров. А то, когда были телефоны все с микро-USB кабелями, я их понабирал в свое время, они у меня везде. В машине, в одной, в другой, там, не знаю, в одной сумке, в другой сумке. На каждом углу, короче, эти кабеля валяются. А тут как приобрел же другой телефон, уже как бы давно приобрел, но все никак не мог кабеля заказать. И постоянно куда-то едешь, забываешь его дома. Ну, один в комплекте был. А сейчас вот заказал сразу три, и они что-то, я не помню, 190 рублей, по-моему, вышли за три кабеля. И сейчас тоже везде их положу. Везде по машинам. Чтобы он был, чтобы не забывать. А то, блин, постоянно забываешь кабель. Он один. Так, ну да, вот. Сейчас давайте померим. Просто как бы и длиннее можно было, но оно и по цене чуть дороже выходило. А длиннее 50 сантиметров, он нафиг не нужен. Ну да, вот как видно. 50 сантиметров. Сейчас давайте проверим, подключим. Он прям такой... Не знаю, как будет видно опять с камеры, с этим светом. Задолбала меня она. Подключаем. Мне главное, чтобы она заряжала. А передача данных там есть, нету, вообще как бы по барабану. Угу, все, работает. У меня заряженный, правда. Ну, так что вот, могу посоветовать. У кого, если такие есть проблемы, как у меня, что все время кабеля забываю где-то. Ну, вернее, дома забываю. Или куда-то едешь, блин, не взял кабель. И, короче, так что вот можете заказывать. Прикольно, он такой силиконовый, прям мягенький. Если у кого-то есть такие проблемы, как у меня, что один кабель никак не это, вовремя не вспоминайте, что его надо взять, то вот как бы. Всем пока. Не забывайте кабель зарядки дома.